В Анапе 16-летнего подростка ударило током на вагоне грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, 29 апреля 2020 года примерно в 2:20 ночи на станции Анапа при поднятии на вагон цистерны грузового поезда 16-летнего подростка ударило током высокого напряжения. Его сразу госпитализировали. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.